Возьми микрофон, пожалуйста. Дамы и господа! Дорогие друзья, вот наконец-то мы пришли к практически заместителю короля этой прекрасной природы первого танцевального. В иерархии нашей фауны он занимает одно из первых мест. Это человек, который никогда не обманывает. Дмитрий Карпяк, а главный промоутер нашего великого клуба. Друзья, обратимся к нему, он еще и разговаривает. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а чем новеньким вы будете нас баловать в ближайшее время? Прежде всего, хотелось бы побаловать... Иногда у него заплетается язык, но это явное отличие этого представителя нашей природы от других. Итак, я повторяю вопрос, Дмитрий, чем вы нас сегодня будете... Не сегодня. Чем? Она зашла с ума. Она возомнила себя Дроздовым Николаем. Это что было? Дроздов? Друзья! Мэм, ты понимаешь вообще, во что превращается эта передача? Эта передача превращается... В мире потрясающей фауны первого танцевального. Дмитрий сейчас вам расскажет, что нас ждет в ближайшее время. А поверьте мне, ждет нас очень много всего интересного. Дмитрий вам не расскажет, как Аня Рудельман. Перо, понимаете, взяла перо, убила сову какую-то. Я повторяю вопрос, Дмитрий. А я повторяю вопрос, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, нам, что ожидает первой танцевальной в ближайшее время? Я поедаю тебя глазами. Подморгни мне. Ой, блядь. В ближайшее время. Надо подумать, о чем мы говорим? Этот представитель вида всегда думает. Оштрафовано. Он это повторяет постоянно. Представители этого вида любят такое повторять. Без работы. Ну ладно, я пошла. Я вернулась. Я должен сосредоточиться. Анонс на Вендетту, да, наверное? Но я не знаю. Сейчас я вспомню. 18-го получается, да? Февраля? Друзья, вы уже все услышали. Можете переключать канал. Добрый вечер. Дамы и господа, 18 февраля в клубе Палладиум состоится. Спрячь еврейские сиськи. Кстати, сиськи совсем не еврейские, они русские, понимаете? Откуда ты знаешь? У евреек маленькие сиськи, а у тебя... Откуда ты знаешь? Ну я же смотрю фильмы. Он смотрит фильмы, а? Про Мишку Япончика, про картину маслом. Знаешь, о чем я говорю сейчас? Ты не год смотрел. Ты в интернете смотрела эту фишку? Обломай меня полностью. Все смотрели. Смотрела, да? Ломай меня. Ломай. Ломай меня. Нет, ты не издевался надо мной. Я догоню тебя, я спортсмен. Он спортсмен! Не, я как глубоко спортивный человек. Глубоко спортивный человек. Догоню тебя. Ты знаешь, что сегодня Барселона сыграла 0-0 с Вильяреалом? Ты это знаешь? Ты знаешь, что отрыв... В испанском чемпионате 7 очков сейчас, ты знаешь? Ты ничего не знаешь, как ты работаешь, как ты живешь. Ну вот, это женщины, им можно прощать все. Она не знала про Барселону. Так вот, а ты видела, как в интернете рассказывали про обрезание? Когда конфетти сыпали. Равин, лицо Равина, помнишь? Я вообще не понимал.
А как она волосы обрезала? И свитер. Так вот. Ты меня поцарапал! Два раза! Нечем. Слышите, как орет Мазурик? Мазурик? Это вымирающий вид в нашей передаче. Дроздов, здесь я. А я тогда кто? Катя Рулин? Исчезающий вид. Ответь на вопросы, я уйду. Кто? Анонс, дамы и господа, 18 февраля в клубе «Палладиум». Событие, которое нельзя пропустить. Диджей Дэвид Виндетта, скрипач Мика в первом танцевальном. А также я хочу уже проанонсировать следующий Underworld. Эта вечеринка собирает огромное количество людей. Это совершенно другая музыка, не ту, которую привыкли, да, наши замечательные гости слышать. Это, наверное... Следите за нашей рекламой и каждый месяц Underworld Party. А в следующий раз мы пригласим уже звезду из ближнего зарубежья. Не буду говорить пока какую, но это будет большой сюрприз для всех. Для тебя тоже. Смотри на меня так. Мне всегда было интересно, что такое ближнее зарубежье? Молдавия, Приднестровье? Да, да, ты права. Это СНГ. Это Россия. И СНГ. Знаешь, что это значит? Знаешь, что это значит? Ломай меня полностью. Знаешь, что это значит? Наидыш. СНГ. Это Содружество Независимых Государств. Ешь говно. Я тебе сыдыша перевожу. СНГ. Да? Ем говно. Это с иврита? Сыдыша. Идыш — это что? Идыш — это произвольное от иврита. Это язык, который возник в Европе. Ашкеназим, евреи, которые проживали в Европе в период изгнания. В средние века возник язык идыш. Сейчас самое время ее оставить. Пошло про русских, поэтому... Мы русские! Друг друга не обманываем! Понять и простить. Все, и работай. Иди по поезду.